События на Украине ужасно. Ужасно. Но мало у меня информации, я не очень владею информацией на этот счет, поэтому впечатление потрясающее, конечно. То, что там происходит, это ужасно. И раздаются голоса, что вроде то, что там на Украине происходит, это Бетфортов шнур к России. И вот там сейчас это все шумит-шумит, а потом рванет это вот здесь. Ну, может быть, кто его знает, кто знает. Но я в связи с тем, что не слежу за всеми этими событиями, я не знаю, из-за чего все это там, и кто чего там добивается, я не знаю. Я вижу просто, что там творится что-то ужасное, что начали стрелять, что люди гибнут, это я вижу. Ну так, в новостях увидел. Вот. Ужасное. Как можно к этому относиться? Отрицательно, конечно, но не более, я подробности не могу ничего сказать. К боям в Украине. Да что все спрашиваете меня? Ну, жалко, конечно, что там происходит. Что как я могу относиться? Вы неужели вы думаете, что я могу сказать, да мне это нравится? Конечно, мне это не нравится. Но больше я вам ничего не могу сказать, потому что я не слежу за этим делом. Я знаю, что нашим братьям-украинцам не очень как-то нравится, что русские, ну, мы, москали, скажем так, вот, что мы, москали, относимся к ним как бы по-имперски, свысока. Есть такое дело? Согласитесь со мной, да? Они по этому делу очень, по этому случаю очень комплексуют и говорят: «А, вы такие сякие, москали, что вы нас там ни во что не ставите? Мы вот самостийная Украина, мы можем, все». Вот. Есть такое дело, есть. Так вот, я считаю так, что имперское отношение наше, такое имперское, да, оно начинается как раз с того, что вот, например, я буду сидеть и рассуждать. А вы знаете, вот на Украине происходит то-то, на Украине происходит все-то, вот надо вот так, а надо вот так, а я вот за то-то или за все-то. Ну ты кто такой, что рассуждаешь обо всем об этом? Украинцы самостоятельный народ. Они сами разберутся, что им и как нужно. Как им жить, как им строить свое государство, кто у них будет возглавлять это государство. Это самостоятельное государство. Пусть они разбираются. Я переживаю за них. Мне, ну, неприятно, что там происходит вот это вот все. Да. И я с опаской гляжу на это. Не было ли какого-нибудь, как на Балканах, конфликт, который потом перекинется на Россию тоже. Тоже с опаской. Но не более того. Остальное пусть они там, украинцы, сами разбираются. Я надеюсь, что они с этой ситуацией справятся. И все. Если бы что-то подобное происходило, скажем, не на Украине бы, а, ну, например, ну, например, просто вот в Германии, допустим, я бы тоже так же переживал. Но немцы сами справятся. Правда? Ничего. Они самостоятельные, сильные государства, они могут. Чё, собственно, мне начинать рассуждать, а нужно было вот так, а нужно было так. Так и про Украину. Поэтому, ребята, не задавайте мне этих вопросов. Я знаю свое место. Я сижу вот здесь. И то, что я могу говорить, я говорю. А все остальное, это вот меня не касается, грубо говоря. Не моего это, не моей высоты это вопросы. Это слишком высоко для меня. Не по сеньке шапка на такие темы рассуждать.